Южный полюс роста – рынок глобальных возможностей. Так звучала тема встречи. Она собрала руководителей регионов и бизнесменов Южного федерального округа. Одним из основных спикеров встречи стал вице-губернатор края Игорь Галась. В ходе диалога было отмечено, что Краснодарский край наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном, Свердловской областью и Красноярским краем формирует ключевой вклад в развитие экономики страны. Но возможностей для дальнейшего роста еще предостаточно. В частности, необходимо налаживать взаимодействие между регионами. Безусловно, что сейчас субъекты находятся в острой конкурентной борьбе из-за инвестиций, из-за человеческий капитал. Но, как кажется, есть те проекты, в которых мы могли бы стать партнерами, и это партнерство было бы взаимовыгодно. Да, здесь можно говорить там вот и о развитии, допустим, Азовского там побережья, где есть и Краснодар, и Ростовская область. Да, безусловно, это развитие курортное такое вот. Совместное с Крымом. Примером, отметили участники, может стать Золотое кольцо России. Но а на юге страны возможно создание единого агропромышленного кластера.